Всем привет, дорогие друзья! С вами Черный Металл, который собирает себе кораблик. Почти его дособирал, тут надо конструкшн компонентов, мне еще немного. То пусть будет. Так. Да иди сюда. В общем, приколов в игре много. По поводу строительства корабля, ну что я могу сказать? Можете посмотреть на это сами. Кораблик я, в общем-то, основной каркас сделал на этой планете. Ну это то есть двигатели, генераторы, а сам корпус, кожух я уже делал в этом креативе. Ну, потому что симметрию не сохранить. Нет, сохранить теоретически можно, но это абзац как тяжело. Одному особенно. Вдвоем еще может быть как-то получится. Но одному это можете даже сразу говорю не пробовать. Глупое занятие. Так, сульфур. Патронов мне еще хватит произвести. Друг мой, а? А вдруг? Есть еще что разобрать-то хоть? О, три обоймы могу разобрать. А, ну да, я опять недавно помер. Так что могу немножко подразобрать свое оружие. Удобная, скажу вам, штучка. Так, продакшн, деассемблинг. Я говорю, деассемблинг. Чё ты так опять тормозишь, ты достала уже. В общем, здесь раз в три дня игровых игра почему-то начинает жутко подтормаживать. Это от записи не зависит. Так, это на разборку. И может я построю еще одну обойму для корабля, да? Раз обойма. Ну, хотя бы, ладно, что-то хоть. Спасибо хоть за что-то. Ой же здесь. Ресурсов не хватает вообще по-жесткому. Так сказать, не хватает. Их, можно сказать, здесь и нету толком. Так, здесь движки у меня есть. Сзади есть, спереди движки тоже есть. Там один двигатель, второй недостроен. Ой, пойдет. Пусть лучше так, чем вообще никак. Здесь построено, а здесь недостроено. Надо достроить, это важная запчасть. Это, чтобы вы понимали, ребята, защита дополнительная. Она азимутовская. Более-менее от пару выстрелов бывает спасет, если к вам вдруг там нечаянно в бочину что-нибудь прилетит. Помогало не один раз. Так, блюпринт. А у меня где-то были стекла, кажется. Как раз не знал, куда этот блюпринт приспособить. Ага, стекла я вспомнил у меня. Где конкретно? О! О, спасибо. Так, стекла у нас есть, это у нас есть. Совесть у нас нема, да? Ну, чудно. Пытаюсь я здесь хотя бы сейчас косметический ремонтик сделать такой, чтобы было хоть что-то. Сейчас я тут немножко подзаделаю кораблик. Как раз вам покажу окончательный, как говорится, вариант. Я не стал показывать весь этот процесс. Потому что это жутко долго и жутко геморройно, если честно. Чтобы понять, как этот корабль может летать, у меня порядка 8 часов реального времени ушло, чтобы вы понимали. Я хоть и создавал его в креативе, но я в креативе создавал его, то есть в космосе. Создавать я пробовал также кораблик, который на атмосферных движках. Но как-то что-то у меня терзают смутные сомнения, что это вообще никак не покатит, не взлетит он. Я его даже здесь пробовать не буду, хотя если будут побольше ресов, я попробую сюда земной кораблик запихнуть. Немного усовершенствованный. Но вот что-то меня до сих пор терзает смутные сомнения, что он просто грохнется как кусок. И все. Сомневаюсь, что от него что-то еще стоит большего ждать. Это, по идее, должен здесь хотя бы летать. Теоретически. Знаете, если так по большому счету, если закрыть глаза и не смотреть на него, то очень даже ничего пойдет. Так, давайте там дострою. Кто ты там такой? Сейчас давайте я его скипидорю.
Если у вас идеи есть по кораблям, которые на этой планете можно поиспользовать, валяйте. Так, а там у меня, наверное, что-то не достроилось, да? Ага. Уже вижу, что не достроилось. Вся беда, когда вот вы вот так вот делаете любого кожуха, в том, что некоторые запчасти там не построятся. Так, блин. Это что сейчас было? Ты что, ранец-то включил? Не понял я юмора. Ну ладно. Так, нафиг лубить. Ну да, одна вот запчасть недостроена. Мне нужны интериал плейты. Не люблю я строить без нанит-фабрики. Потому что всегда такие косячки выходят. Так, интериал плейт у меня есть. Отлично. Запрыгивай давай. Да. Прыжковость тебя вообще никудышная. Ладно, раз прыгнули вниз, давайте возьмем у Шурана. Сразу корабль заправлю. А почему бы и нет? Раз мы так внизу оказались. И как ты меня достал. Жуткая планета, здесь прыгать невозможно. Летать на ранце тоже. Его вниз постоянно тянет. Так. Сел? Молодец. Угу. Ну, пошло потребляться. А теперь, да, патрошек я чего не взял с собой? Да, патронов-то я с собой не взял. Это как бы может быть фигово. Ты без патронов, что ли, лететь? Ну, конечно, оригинально, но не очень интересно. Нет, патроны я взял. Это я что-то туплю уже. Ну, третий час ночи, в конце концов. Ой, мне уже пристрелить охота бывает. Так, это есть. Порядок. Давайте заделаем прорехи. Так, буква Е. Я сделаю такое маленькое видео, потому что я уже реально спать валюсь. Завтра сниму видео уж тогда. Полетим долбить пиратов. Ну, по крайней мере, попробуем их раздолбать. Там, по идее, маленькая база. Ее, я думаю, мы осилим. Я вот что-то не понял, почему у меня здесь ничего нету. Ну да ладно. Так, заварили, заварили. Ну, более-менее, более-менее. Вот как-то так, дорогие друзья мои, у меня кораблик выглядит. Я тут штрихи навожу. И на таком полетим, да, на таком гэмы полетим воевать. Ну что, лучше здесь пока ничего построить не могу. К тому же я и не умею строить так, если уж посудить. Начнем с того, что чем богат, тем и рад. У меня фантазия не шибко-то и богатая. По большей части у меня железо-то еще есть, пластинок все штук 200. Надеюсь, забабахаю. Так, небольшая полустроительная серия. Ресурсы я уже все переработал. Железо у меня уже тут. Кот наплакал. Решетки-то хоть есть? А, решеток уже тоже нету, да? Ну, надо что-то пойти повоевать с кем-то, хоть раздобыть ресурс. Потому что на нанит-фабрику я тут жизни не насобираю. Это можно только вылететь в космос, скорее всего, собрать. А в космос там он еще опаснее, потому что у меня стоят еще моды. Это мод Exploration Enchantment мод. Я потом сделаю вам. Ну, у меня он есть в обзорах по Space Engineering. Вы можете посмотреть, что там такое. Еще я мод, как правило, в космосе включаю Random Pirate.
И, как говорится, у меня веселуха идет по полной. То есть успел удрать, что-нибудь скоммунизить, молодец. Не успел, отправляйся домой быстрым нон-стопом. И, говорится, экспресс-доставочка до дома будет обеспечена. Ну, посмотрим, что с этого получится. Все в эти моды не стоит, как бы, в одиночку играть. Ни в какую. Ну, они у меня уже давно стоят. Так, это что сейчас было? Не достало это уже. Жесткая планета, блин, здесь вот полный абзац не полетает ни на чем спокойно. Так. Некоторые щиты, я смотрю, мы так и не достроили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, а почему они... Ты серьезно, что? Это космические двигатели я поставил. Хм, любопытно. Так, а какие мне движки себе теперь поставить? Наверное, наперед получше подойдет. Ну да, я лучше наперед себе возьму тогда. Ай. Вот так вот. Здесь впереди есть. А здесь на торможение нет. Я вот тут на торможение. Ай, ёшкин, ты вот не крутись, ты как не знаю кто. Друг, ты чё? Вот, я лучше себе вот так вот поставлю два на переднее торможение. Как говорится, вдруг что? Всё, давайте, как говорится, запустим его куда-нибудь. Да? Где у него тут стыковка? Мы летать-то хоть умеем? Отвечаемся. Ну-ка. А так, если... Слушайте, вроде эта хрень летает. Да, она летает. Неплохо держится. Ну, как говорится, покатит. Так, давайте-ка ее зарядим патронами. Посмотрим, хоть сколько там патронов. У меня гол залезет. Так, мне нужен гатлинган. Три. И там по 4 тогда. Да, я вспомнил, что я не построил. Я не построил камеру. Вот это точно косяк был бы сейчас. Да? Угу. Камеру не построил я, молодец. Держите меня, семеро. Да ё-моё, ты стой на месте. Тихо-тихо. Что происходит вообще? Я, конечно, понимаю, все дела тут, всякое бывает. Ведь это колбасит-то, милый. Вот что сейчас с ним, блин, происходит? Кто-нибудь мне объяснит? За ночь творится. Ладно, камера. Место вот так вот. Не, реально, а что с ним происходит? Что это он так вдруг начал опускаться? Или это я опускался? Это что за бляха-муха такая? И чё, присесть решил?
происходит? Ну, висишь? Вроде как висит. Что случилось? Что это он вдруг падать так начал? Любопытно. Ладно, ребят, на этом серии я закончу. Следующая серия... А, я не посмотрел, сколько у меня там патронов всего. Секундочку. Хватит. Так, и патронов у меня 540. Ну, должно, ребят, теоретически хватить. 11 обоим. А ну-ка, стрельнем разочек. Ага. Значит, ты за один залп столько патронов ухайдешь? О, 1522. Это я слепая макака. Так, ну слушайте, должно хватить нам патронов, как говорится. Ну что ж, ребят, в следующей серии... Как говорится, пойдем бить рожу пиратам. Надеюсь, что набьем. Ну ладно. Кому понравилось, не забываем ставить лайки, подписываться на канал. В следующей серии попремся бить рожу пиратам. Ладно, ребята, всем удачи. Всем пока.